28 февраля отметили Всемирный день татарской кухни. Мероприятие было организовано Общественным объединением «Татарстан» и Международным центром «Салам Татарстан» по случаю дня рождения профессионального кулинара и собирателя уникальных рецептов татарских блюд Юнуса Ахмедзянова. Заместитель Общественного объединения «Татарстан», руководитель проекта «Салам Татарстан» Эмин Рамазанов рассказал о ежегодно отмечаемом празднике и истории его возникновения, а также о традиционных татарских блюдах и национальных лакомств, без которых не обходится ни один татарский праздник. Среди конкурсантов в количестве 15 человек присутствует сегодня у нас. Среди гостей у нас журналисты, гости, союз писателей. Гости из Казани прибыли. Я очень рад, что ежегодно в Баку проходит такое важное событие. Потому что, несмотря на то, что мы живем вдалеке от родины, свыше 2000 километров от Казани, мы соблюдаем свои традиции, свои нравы, культуры и так далее. В этот день был организован конкурс по приготовлению традиционных татарских блюд. Домашняя лапша токмач, чак-чак, хворост куштеле, треугольники оч-почмак, перемячи, пироги белеш и элеш. Для конкурса я приготовила яблочный пирог. Татарский яблочный пирог. Вот, пожалуйста. Да. Вы впервые участвуете в конкурсе? Нет, всегда участвовала. У меня даже были конкурсы выигрыши. Призы красивые давали нам. Ну, это было несколько лет тому назад. Стоит отметить, что в конкурсе соревновались не только местные татары, но и азербайджанцы, которые впервые попробовали приготовить национальную татарскую выпечку и выставить ее на суд жюри. Я очень люблю готовить, особенно готовлю блюда из азербайджанской национальной кухни. Но вот недавно решила попробовать приготовить что-нибудь из татарской кухни. Выбор свой остановила на выпечке белеш. Это пирог татарский. И вот сегодня я участвую в конкурсе с этим пирогом. В ходе дегустации блюд члены жюри определили 3 самых вкусных кулинарных произведения из 12 представленных татарских блюд по вкусовым качествам, яркости презентации, оформления и наградили участников грамотами и подарками. Первое место заняла татарское лакомство чак-чак и домашняя лапша, приготовленная Аусу Юсубовой. Второе – сладкий плов и пирог с творогом Таджибы Бабаевой. Третье – перемячи Раузы Алиевой. Ваша кухня состоит из, всегда приветствуют гостей пахлавой, шакер-чуряем, гугалом. А наша кухня представляет чачек, чек-чек, розочки наши, перемячи, пироги. Это наше татарское национальное блюдо. Напомним, что Всемирный день татарской кухни был учрежден в 2006 году и отмечается ежегодно 28 февраля в России, странах СНГ, а также за рубежом.